Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сейчас будет онлайн-расклад, и тема будет такая. Как у него дела с другой? Подумайте о своем мужчине. Представьте его и вашу соперницу. И задайте мысленно вопрос. Как у них дела? И мы сейчас посмотрим. Итак, я буду выкладывать 6 карт. Вам нужно будет чисто интуитивно загадать одну карту. Итак, как у него дела с другой? Первая карта. Вторая карта. Третья карта. Четвертая карта. Пятая. И шестая. Загадывайте интуитивно одну карту из 6. Выбрали? Давайте тогда будем смотреть. Итак, как у него дела сейчас с другой? Итак, карта первая. Вы знаете, она собирается от него уходить, потому что эта женщина уже давно несколько делала попыток, да, в прошлом, чтобы уйти от него. Ну, потому что она все ждет, пока он что-то начнет уже предпринимать, делать, ну, хотя бы, я не знаю, проявлять какую-то инициативу в отношениях, да. А он ничего делать не хочет. Мужчина такой, знаете, слабохарактерный. Он кроме работы, наверное, скорее всего, ничего больше и не понимает, и не делает. Он приходит, наверное, домой к ней, да, или они вместе, если живут, то он дома тоже ничего не делает. Он постоянно всегда, знаете, как подкаблучник за ее спиной. А ей уже надоело, она устала просто быть сильной женщиной. И вот попытка уже, наверное, там, не знаю, 101-я, ухода от него, что она в ближайшее время и сделает. Она опять от него уйдет. Надолго ли или нет, это нужно уже будет смотреть в другом раскладе. Но как у них вопрос, да, как у них, что у них сейчас в отношениях, да, как, какие там у них там дела, что происходит. А дела не очень хорошие. Ей страшно уходить от него, потому что это все равно, что ты уходишь в никуда. Ей страшно уходить, но ничего она поделать уже не может, потому что, ну, так жить, как они вместе живут сейчас, это невозможно. Легче уйти. Дальше. Кто загадал цифру номер 2? Что у них сейчас происходит в взаимоотношениях? Ну, там есть магия. Там рулит мамочка. Не знаю, чья, правда, мамочка, но рулит она. Там, знаете, в тихом умыте черти водятся оба. Потому что говорят же, да, муж, жена, одна сатана. Вот прям не хочется здесь это почему-то применить. Закрытая. Закрытая тема взаимоотношений. Они, скорее всего, нигде не стараются афишировать, не показывают свои фотографии, не показывают себя. Может быть, они живут каким-то, знаете, затворническим, закрытым образом жизни. Да, каждый занимается, может быть, своей жизнью также отдельно, непосредственно, да, и в взаимоотношениях вместе они еще находятся, да, в одной квартире, в одном доме, но живут обособленно, как два квартиранта. Такое тоже может быть. Ну, здесь еще и магия же есть, магия. Здесь в этих отношениях женщина. Или сама эта женщина, или ее мамочка, или его мамочка тоже присутствует, где, знаете, там какие-то свои пакости, свои сплетни, свои какие-то дела, делишки тоже делают, что-то такое. Дальше. Как у него сейчас дела? Да, по третьим. Что как у них? Что там происходит? Как сейчас дела у него с другой? Ну, у них страхи есть. Страхи выдуманные, боятся, много чего. Бессонница, наверное, у обоих. Да, или больше всего она боится. Что-то ее тревожит. Фобии, может быть, какие-то. Боязнь чего-то. Переживания какие-то. Накручивают себя чем-то. Может быть, я не знаю, боятся, что там, если они в кредит залезли, может быть, они не выплатят денег или еще что-то там случится с ними, да? Вот какая-то боязнь чего-то у них там происходит. Еще давайте посмотрим, какие у них. Да, ну там битва идет. Битва, месть какая-то, война какая-то друг с другом, да? Каждый
из них, я не знаю, может, один из них, да, пытается как-то пробиться, поставить, может быть, другого на колени, не знаю. Но вот здесь что-то такое не очень приятное, не очень хорошее. Какая-то скрытая война, да, вот какой-то свой план мести или еще что-то между ними происходит. Кто загадал цифру номер 4? Ой, ну этих любовь. По двойке кубков у этих любовь. Они наслаждаются чувствами, им хорошо, они на одной волне. Это сексуальные красивые ночи, это партнерские отношения. Может быть, они вместе в бизнесе или в работе, да? То есть у этих все прекрасно. Давайте еще посмотрим, насколько там все прекрасно. Как у него сейчас дела с другой, да? Да, но я могу сказать, что будет разочарование, будет скука, апатия какая-то, неинтерес уже в этих отношениях. Это сейчас у них там все хорошо, сейчас. Но здесь я могу сказать, мужчина бабник, и будет очередное разочарование для него. Очередное разочарование для него, да, ему наскучит быстро она. Так что терпите, ждите, увидите все. Что там происходит? Дальше. Кто загадал цифру номер 5? Так, ну у этих все стабильно. Эти, наверное, в браке или идут в брак. Здесь дом, квартира, недвижимость, ценные бумаги, золото, материальное благополучие. Здесь стабильность, постоянство. У этих друзей все хорошо. Может быть, они купили что-то или строят общий дом. И думают о семье, думают о официальном браке. Давайте еще посмотрим, как у него дела все-таки с нею сейчас на данный момент. Да, здесь посмотрите, как четко, видите, одна масть. Это дама монет, да, дам пентакли и туз монет. Это женщина в своем доме, у нее очень хорошая интуиция, она любит золото, она хозяйка. Ну все, она к этому, она придет к браку. Она сделает все, чтобы он был при ней, и они жили очень хорошо. Здесь очень такая, знаете, хитрая, умная женщина. Мудрая, это я бы еще сказала, мудрая женщина, которая знает, чего хочет. Это настоящая женщина, которой нужна семья, дом, муж, заработок, детки бегали, там еще кошка, собака, понимаете? Здесь такая женщина. Она знает, что она хочет. Она знает, куда она идет. Она ведет свой караван сама. Вот тут и. Поэтому все будет хорошо, я так полагаю. Но, по крайней мере, здесь сейчас идет стабильность и материальные ценности. Здесь женщина меркантильная, да, и она вот любит вкусно, хорошо и красиво жить, качественно жить. Ну, давайте еще посмотрим, мне не терпится дальше же узнать. Прям так выпали карты как-то все под одну масть. Как же у него дела с этой женщиной? Да, да, посмотрите, Иерофант, батюшки. Ну все, они придут к браку. Или они уже женаты, или они поженятся. Я вам говорю, 100% это теперь. И тем более, что здесь высшая сила их охраняет. Может быть, здесь была применена магия. Я не знаю, кем. Это сейчас расклад не об этом. Но, возможно, здесь была применена магия, и магия была применена через молитвы, молитвы, именно молитвы, не через темную магию, да, а именно через молитвы. Я не знаю, мусульманские, может быть, суры, да, открывали, читали, или, может быть, какие-то заговоры читали, да, свечки ставили и все остальное. Может быть, и такое. Дальше смотрим, кто загадал цифру номер 6. Как у этих. У этих все тоже хорошо. Девятка кубков. Здесь одна семья. Одно целое. Или они хотят от этого очень сильно брак, или они уже в браке состоят, да. Люди сейчас на данный момент, может быть, где-то на курорте, отдыхают, я не знаю, на Карибских островах пьют сок. У этих все замечательно. У них все хорошо. Я не знаю, вытаскивать еще карту или нет. Ну, давайте еще вытяну, я посмотрю, да. Как же сейчас у него дела с другой? Ха-ха. Туз мечей. Смотрите, сейчас хорошо. Сейчас хорошо, да. Им тепло, вкусно, солнышко, море, они отдыхают, наслаждаются жизнью. Но ближе к зиме, возможно, они или поругаются, расстанут,
расстанутся. Или будет очень сильный конфликт между ними, где они будут ссориться, выяснять отношения. Так что вот так вот. Так что вот так вот. Ждите, возможно, вы это увидите или узнаете, что ближе к зиме они поругались, поссорились, а может быть, навсегда расстались. Вот имейте в виду. Вот такой был расклад. Думайте, делайте выводы. И знаете, что сейчас на данный момент происходит в жизни вашего мужчины с другой женщиной, с вашей соперницей. Я вам всем желаю всего хорошего, счастья, удачи, чтобы у вас никогда не было никаких соперниц, чтобы вы сами были любимыми всегда. Всем желаю всего хорошего. Спасибо. До свидания.